Өзіңізді барсаңыздар болады, мына атыспен немесе былай барсаңыздар болады, бірақ ерте шығу керек болады. Таңертең. Сейф болды, да? Онда рас кеттіңіз. Thank you.
Величие Черного каньона. Это как раз таки самый первый каньон на территории Алматинской области, который взаимодействует с ультрафиолетом, и он становится более темным. Испокон веков этот каньон называется период весенних паводков, и то больше. По этой же причине мы с вами посетим уже территорию первых каньонов. Это территория